Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Где Джесси? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, он испарился. Что значит испарился? Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Родители жертв мастера оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. Джейди, конечно, мы вас давно ждем. Мое дело отыскать убийцу. При всем уважении, сэр, остальное меня не касается. Меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналист. Я часто страдаю бессонницей. Засыпаю только в отеле. Не спрашивайте, почему. Что стряслось, Итан? Неужели это настолько сложно присмотреть за ребенком в парке? Джон! Мало тебе одного Джейсона! 8 жертв за 3 года. Мальчики. Все тот же ритуал. Оригами в ладони, орхидея на груди. Мы будем продолжать поиски Шона. Если возникнут вопросы, вам позвонят. Мог это быть мастер оригами? Слушайте, скорее всего, он просто сбежал и через пару часов вернется. А что, если это все-таки он? Папа! Он! Где ты? Мне холодно! Папа! Папа! Этот убийца необычный маньяк. Он очень умен, хитер и методичен. Просто так на улице его не поймать. Благодаря вашим гениальным идеям убито уже 8 мальчиков! Ты засранец! Я... не могу просто сидеть сложа руки, пока вы ищете убийцу моего сына. После нашего разговора я все думала и... Я пойду с вами. Помогу вести расследование. Я думал, что важен тебе. Неплохой врач для долбанной журналистки! И что за статью ты собирался писать? В постели с серийным убийцей? Мальчик умирает, а я топчусь на том месте! Последняя фигурка. Последнее испытание. Готовы ли вы отдать жизнь за сына? В этой склянке смертельный яд. Он прикончит вас ровно через 60 минут. Выпив яд, вы получите последние буквы адреса. Вам хватит времени найти сына и попрощаться с ним, но после вы умрете. Можете выпить яд или уйти. Выбор за вами. Я сделал то, что был должен, Шон. Скоро папа спасет тебя.